Пик. Где это мы? Это убежище Алехандро. Он дал мне координаты. А мне почему не дал? Незачем было. А если было бы? Ш. Нажимная пластина. Алехандро сделал. Умный засранец. Алехандро. Не двигайся. Кто здесь? Родольфо. Соп. Гоуст. Вы живы? Так точно. Рад видеть вас, амигос. Взаимно, амиго. Неплохо. Где вы были? В бегах. Я был в бегах. Гоуст меня ждал. Это нормально? Нет. Да. Мы же команда. Все мы. Я должен все исправить, и мне нужна помощь. Один в поле не воин. Почему Грейс предал? Мы этого не знаем. Лас-Альмас купит любого. Но не нас. Пока что. Генерал Шепард, Ласвелл и все остальные, кроме нас троих, считаются врагами. Но есть исключение. Алехандро? Его нужно вернуть. Идем. Грейвс держит его здесь. В своей личной секретной тюрьме. Алехандро. Мои бойцы тоже тут. И как им помочь? Вломившись туда. Вот за что я люблю Гоуста. Этого явно не хватит. Опа. Есть еще. Хорошо. А как? Нам бы еще тачку. Лучше бронированную. Алехандро все продумал. Это уж точно. Поможем им. Старая тюрьма находится в глухом углу возле Лас-Альмаса. До картеля это была колония строгого режима. Жестко. Закрыта. ВПП там нет. Припасы ВПП перевозят на вертушках. ВПП. Подъезжаем к периметру и готовимся ко входу. Вот здесь. Увидим на вышках часовых, снимаем их. А потом лезем на стену по тросам. Как насчет камер? На посту охраны есть видеонаблюдение. Используем их, чтобы найти Алехандро и прочих. Разделимся и будем властвовать. Пока Руди ищет Алла, я сяду за камеры и помогу Гоусту заложить заряды. Саботаж и диверсия. Неплохо, Джонни. Я учился у лучших, лейтенант. Когда найдем Алехандро и Лос Вакерос, соберемся и выпустим их. А чё вообще по этому поводу? Скажет нам капитан Прайс. Чего мы ждем? Грейвс перекрыл улицы. Снаружи будут патрули. Еще бы. Снаряга. Оружие, патроны, заряды в мешках. У меня линемет. Жумары? Есть. Есть. Надеюсь, Алехандро жив. Уверен. За мной. Нихуя у него пушка. Тропа. Пойдем по ней. Охуеть. Руди, а ты давно знаешь Алехандро? 20 лет. Мы с ним вместе заступили на службу. Самый крутой мужик во всем подразделении. Не хотел бы я с ним поссориться. У нас даже была поговорка. «El único que puede matar a Alejandro es Alejandro». То есть? Убить Алехандро может только Алехандро. Хорошо, погоди, что он на нашей стороне. Снаружи патрули. Чтобы попасть внутрь, придется с ними разобраться. Два снайпера. Слушай, прикольный прицел. Суп. Бери одного, я беру второго. Тени уничтожены. Хороший выстрел, Эрманос. Я пойду в обход, а потом мы их зачистим. Руди, поддержи нас. Соп, жди, я сейчас. Жду. Жду, жду. Вертушка. Похоже, припасы привезли. Есть. Шесть теней. Подтверждаю. Трое у машины, двое за камнями, один в стороне справа. Снимай двоих, тогда остальные нас не увидят. Хорошая мысль. Суп, по моему сигналу, вали того, что в кепке. Готово. Так, 3, 2, 1. Есть. -2. Идем дальше. А, ручками надо было, понятно. Справа от машины. Я беру того, что слева.
Почему? Почему я всех подставил, ты сказал, справа от машины? Бля. А еще я виноват, бля, Стас. Руди, Соп, жди, я сейчас. У нас тут вертушка. Похоже, припасы привезли. Вижу шесть теней. Подтверждаю. Трое у машины, двое за кормой. Один справа. Ну, блять, лучше убейте меня нахуй сразу, чтобы начать. Он спалил меня как-то. Руди, Соп, жди, я сейчас. Вот этот вот спалил меня. Тут вертушка. Похоже, припасы привезли. Быстро, кстати, они среагировали. Я случайно. Я сейчас. Я думал, у меня тут нож. У нас тут вертушка. Похоже, припасы. Е, стрелять с упора. Я нажал Е, блять. А это оказывается. А с какого упора? Вижу шесть теней. А у меня эти есть. Охуеть. Двое за камнями, один справа от тебя. Снимай двоих, тогда остальные нас не увидят. Хорошая мысль. Суп, по моему сигналу, вали того, что в кепке. Готово. Так, три, два, один. Есть, минус два. Идем дальше. Вот ты сам заберешь. Бери двоих справа от машины. Я беру того, что слева. Каких? Ждем тебя, сержант. Машина справа. Двое теней, как на ладони. А, погоди, их надо было это. Надо было оттуда. Сейчас, погоди. Чисто. Все чисто. Прорывайся к основанию вышки. Точка входа там. Тихо. Ой. Поднимаемся. Бульк. Зацепил. Вперед, лейтенант. Соп, прикрой. Давай. Твой выход. Давай. Спасибо. Спасибо. Шум нам не нужен. Есть. Хорошо, не буду стрелять. Че вы тоже начинаете? Я ж так просто. Пульк, и все. Понял. За тобой. Идем в комнату охраны. Держись рядом. Ищи люк с лестницей. За мной, Соп. Ага, спускаюсь. Я за тобой. Блять. Все вошли. Идем. Ленимет, да, да. Я про что это говорю? Впереди пост охраны. Видеонаблюдение будет внутри. Быстро и тихо. Внутри двое. Нельзя дать им вызвать своих амигос. Входим. Я за тобой, Соп. Па. Поищем наших через камеры наблюдения. И Алехандро тоже. Нам нужно будет их отвлечь. Я заложу заряды снаружи. Суп,
Направляй меня по камерам. Есть. Садись за экраны. Есть. Я тоже. Выхожу. Следите за мной. Есть. Удачи там. Давай. Суп, дай знать, когда можно пройти в ворота. Чисто. Иди. Подключись к камере впереди и проверь насчет угроз. Одна тень. Легкая добыча. Режь и беги, лейтенант. Есть. Группа теней в броне. Затаись. Да, понял. Тень на балконе. Подведи меня поближе. Можешь идти. Один слева. Доставай пушку, лейтенант. Не отвлекайся, Джонни. Это я так. Думай о тактике, сержант. Один за углом. Поднимайся. Вижу тебя на крыше. Один внизу. Один на углу. Ствол опущен. Один патрулирует внутри колючки. Чисто, Джонни. Спускайся. Они в бронежилетах. Придется подойти поближе. Справа есть бак. Время выносить мусор. Так. Куда нам дальше? Он по кругу, да, ходит? Порядок, суп. Закали его. Спи спокойно, говнюк. Вперед, Гоуст. Один левее тебя. Зарежь его. Еще одна дохлая тень. Это да. Грузовик, иди к нему. Хорошее место для заряда. Что скажешь? Действуй, лейтенант. Да, понял. Бомба заложена. Иду дальше. Налево. Впереди трое. Один у грузовика, двое за поворотом. Тебе надо будет их отвлечь. Так, а как? Как их отвлечь? Веди меня, суп. Да я не знаю, как отвлечь, понимаешь? Да походу. Иди, лейтенант. А, они даже не спалили, что? Пора их отвлечь, лейтенант. Твой хлеб с маслом. Туши свет. Один идет к электрощиту. Если раньше не наткнется на меня. Давай. У меня неплохо получается, да, лейтенант? Кое-кто умеет и лучше. И кто же? Я. Так, чё, куда дальше-то? А, погоди. Нам надо этого резать. Иди дальше. Чисто, вперед. Если этот отойдет, мы этого зарежем. А этот потом уйдет обратно, и мы, соответственно, это... Поднимемся наверх. Один правее тебя. Покажи ему что-нибудь остренькое. Готов. Чисто. Иди.
Так. Можно идти, сержант? Нет. Ну, вперед. Направо. Внимание. Одна тень. Подрежь ему крылышки, Гоуст. Пока, уродец. Можешь идти. Так. А, погоди. Что делать? Давай направо. Ящик, иди к нему. Давай дальше. Давай, Гоуст. Доставай нож. Здорово, лейтенант. Впереди тень. Прирежь его, лейтенант. Гоуст, как он есть. Вижу пикап, который можно заминировать. Правильно, сержант. Вроде чисто. Вали его. Попал. Ставлю заряд. Двое готовы. Дальше. Дальше надо проходить туда. Четверг, 3 ноября 2022 года. Нормально. Вижу одного впереди. Все чисто. Ящик, иди к нему. Типа без палева вообще. Можешь идти. Внимание, одна тень. Пусти ему кровь. Наглухо. Выдвигайся. Внимание, двое теней. Тот БТР идеально подходит для бомбы. Жду тебя, сержант. Давай налево. Пройдет, а мы вот сюда. Чисто. Иди. Тебе надо будет их отвлечь. Там двое идут к тебе. Работай ножом. О, ебать! Как его шлепнули жестко. Давай налево. Чисто. Иди. Тебе надо будет их отвлечь. Там двое идут к тебе. Работай ножом. Гоуст, нет! Нет, Гоуст, стреляй, блядь! Что ты ничего не делаешь? Сука, понял? Это место не подходит. Давай налево. Чисто. Иди. Тебе надо будет их отвлечь. Там двое идут к тебе. Двойная потеря получается.
жду тебя, сержант. Да. Давай налево. Вот этот все, блядь, портит. Давай, разворачивайся спинкой. Чисто. Иди. Работай ножом. Тот БТР идеально подходит для бомбы. Можешь идти. Иди направо. Тебе надо будет их отвлечь. Там двое. Идут к тебе. Там двое. Идут к тебе. Они знают, что ты там. Жду тебя, сержант. Да в смысле? А, да убивай их! В смысле знают, что ты там? Давай налево. Тело оставил. А как по-другому? Типа в мусорку его? Жду тебя, сержант. Это не Sprintel Cell. Тут тело оттащить не получится. Сейчас мы сделаем. Ящик, иди к нему. Работай ножом. Тень уничтожена. Он не выкидывает мусорку, его видишь? Чисто, иди. Тот БТР идеально подходит для бомбы. Можешь закладывать заряд. Принято. Давай, Гоуст. Вроде чисто. Тебе надо будет их отвлечь. Иди направо. Там двое. Идут к тебе. Советую достать нож. Спокойной ночи. Поднимайся. Впереди тень. Покажи, как ты работаешь ножом. Втянулся, да? Зарежь его. В этот раз я поступлю по-своему. Смотри. На нах. Красиво, черт возьми. Ну, вперед. Внимание. Одна тень. Зарежь его. Как ты его? Hello. Не найдет он ничего. Вперед, Гоуст. Так. Двое идут от дороги. Суп, скажи, когда все будет чисто. Я бы с радостью. Ящик, иди к нему. Давай дальше. Грузовик, иди к нему.
Угроз нет, иди. Закали его. Сладких снов, скотина. Тень слева. Прирежь его, лейтенант. Там для тебя еще один БТР. Готово. Продолжаем. У нас все готово, Джонни. Нашли Алехандро. Вот только что нашел. Где? Момент. Твою мать. Это он. Он в одиночке. У двери два. Вижу их. Гоуст, он здесь. Он один. И двое теней. Это ненадолго. Встречаемся у входа в корпус. Мы его выпустим. Понял. Выдвигаюсь. Отлично. Игваль, амиго. Алехандро бы тоже нас не бросил. Си, точно. Покажем им Вакерос. Все, пиздец, ого. Гоуст, что у вас? Иду к тебе. Понял. Мы идем. Следи за вертушкой. Кажется, он нас не видит. Камеры. Впереди вход. Перекрыт тенями. Отправляем их в ад и входим. Вот тебе. Что без слушателя у них? Заперто. Будем взрывать. Нет, Руди. Мы постучимся. За мной. Враги на втором ярусе. Еще спускаются по лестнице. Ну все, надо пушку брать. Давай вперед. Так, погоди, пушку возьму какую-нибудь нормальную. Граната. Вам ничего не будет. Я же говорю, вам ничего не будет. Ебать! Фов большой, фов максимальный. 20. Слушай, мне нравятся эти прицелы. Блять, да как бросить? У, нахуй, какая У? Подходим сзади, сержант. Алехандро, вперед. Алехандро с правой стороны. Готовься. Наук мне больше нравится. Ну, давай! Это камера Алехандро. Открывай, я тебя прикрою. За мной, Соб. О-о-о. Входи. Надо поменьше, поестественнее будет. И в голову легче попадать. Да не, нормально. Я Ирма. Полковник, успокойтесь. Это мы. Соб. Руди. Гоуст. Мы не могли вас бросить. Какого хрена так долго, Пензе? Теней дальше будет жарко. Только мы их поджарим. Наверху есть еще Вакерос. Освободим их. Вперед, Рудольфо. Грейвза видели? Нет. Но я планирую нанести ему отдельный визит. Я тоже. У них охрана на каждом этаже. Готовься. Соп, швырни в них что-нибудь! Ублюдки. Валите все, что движется! Блядь! Я тоже. У них охрана на каждом этаже. Готовься. Соб, швырни мне что-нибудь. Ублюдки.
Вроде чисто. В этих камерах заперты Лос Вакерос. Вот и мы, Вакерос. Нам пора домой. Здесь братья! Мы вас выпустим! Будем взрывать. Эти двери электрические. Пульт на посту охраны. Дальше по коридору. Что делать-то? А. Работаю. Братья, по оружию! Сержанта Парра, есть оружие. Возьми и жди здесь. Остальные за мной. Я сейчас. Те не знают, что мы здесь. Ну что, сучка? Я бронированный, ебать. Внимание на мостки. У него там решетка. Блядь. Только в Super People пытался щитовика молотом поджарить. Бля, ну видишь, как получается. А я тут разбираюсь чуть-чуть со всеми щитовичками. Давай, выходи. Раз, два, три. Эй, бля, я даже добраться до угла не успел. Нет меня тут. Ой, промазал. Бля. Вот на перезарядке, да? Это Алехандро, Алехандро. На, лови. Да наверху ты убил. Я его не видел. Я не знаю, что ты здесь. Не зевай. Ну конечно, сука, он тут опять выйдет. Ёбки, блять. Я в шоке просто. Те не знают, что мы здесь. Зевай. Хедшот. Хедшот. Внимание на мостки.
Да я не могу нажать, блядь, на какую-то кнопку, понимаешь? Можно. Я не знаю, на какую кнопку. Написано У, я нажимаю У, не работает. Тут замок. Я разберусь. Полз готов ко всему. Вперед, полковник. Оружие к бою, Арман. По лестнице вниз и на выход. Там встречаемся с остальными и валим отсюда нахрен. Транспорт на месте. Гоуст заложил заряды, чтобы помочь нам выбраться. Я бы не да, походу, русская, да, Е. И не надо. Это можно только Гоусту. Чтобы уйти, нам понадобится пересечь двор. Ой, нам тут пизда сейчас будет. Я очень часто помираю в этой компании. Я бы не назвал Супа Джонни. И не надо. Это можно только Гоусту. Чтобы уйти, понадобится перейти. Слышь, справа! Лови, блядь. Хавай. Только ты живой еще? Бля. Затапаю, затапаю тебя, понял? Бабах, девка. Отлично, идем дальше. Ты представляешь, что ты в Таркове и умирать перестанешь? Все, куда идем? Лови. Чисто? Пока да. Рудольфо, куда дальше? Режем через здание слева. Ой, я случайно. Эти тени совсем отморожены. Наемники, Джонни. Самоуверенные идиоты. Есть. Выдвигаюсь. Лови, брат. Да вот опять не работает. У, блядь, нажимаю, не работает. Ты вообще лютый бронированный молодой человек. Пизда мне. Давай, доброй ночи. Я уже думаю, то, что скоро конец будет. Охуеть, меня встретили. Нужно зачистить двор, иначе не пройдем. Да не шевелись, ты заебешь. Они пушат, сука, они просто пушат. Не
совсем отмороженные. Наемники, Джонни. Самоуверенные идиоты. Это пизжа пукалка. Да господи, ну куда ты уходишь? Алехандро, я чуть тебя не стрельнул. Там еще идут. Ну, начали. Куда вы тут? Надо патрули взять. Гранат. Блять. А там просто труп. Тут сейчас пизды надают. Чекай. Слышишь? Ой, хорош. Я на стене. Идите сюда, мы вас выведем. Как поняли? Отлично поняли, Прайс. Идем к тебе. Кто он такой? Друг. Мне он уже нравится. Идем. Макеров, к стене между вышками. Мак! Внимание, тросы сброшены. Найдите их и лезьте наверх. Давай, я первый. Пока тут чисто, но тени наверняка уже в пути. Сержант Мактавик. Рад вас видеть, Кэп. Гоуст. Гэрик, Прайс. Ну откуда? Ласва. Как только Шепард ушел со связи, она позвала нас. Ласвелл, надежная как скала. Полковник Варгас, это капитан Прайс и сержант Гэрик. Спасибо за помощь, моим бойцам нужно прикрытие. Газ, Гоуст, Соуп, прикрывайте, живо. Капитан Прайс, как всегда, красавчик. Куда собрался? Прайс, мы помолодел еще в 19-м году. А ты еще живой, что ли? Ща, погоди. На каких? Да убил. Работало. Вперед, вперед, быстро, пока чисто. А ты куда уходишь? У вас все хорошо? Вы что, сбились, что ли? Куда стреляют? Откуда, блядь, стреляют? Здесь мы закончили.
Спускайся по тросу. Да, блядь, меня пиздят. Да. Иди ко мне, родная. Огонь на подавление! На трусы свои! Как только они поднимутся, мы сваливаем! Слышат снайперы! Займись ими! Все, вернись и поддержи нас огнем! Я тут, тут... Куда? Зуб, живо на трос, мы уходим. Так я наверху, блядь. Идем, Джонни, здесь мы закончили. Да Джонни тут! Джонни наверху! Найдется. Спускайся по тросу. Не могу! Открывай. Транспорт уничтожен. Руди, отставляй свои силы. Давай, Джонни, идем к тросам. Я взял. О, вот это сюрприз. Какое-то подавление! На тросах свои! Как только они поднимутся, мы сваливаем! Хорошо, я только рад, блядь, свалить. Куда сваливать-то? Стоп, живо на трос, мы уходим. Идем, Джонни, здесь мы закончили. Блять, идите нахуй. По тросу. Залагало нахуй все. Как их разлагать? Врага стреляй, бандехо! Можно уходить, полковник. О, блять, да нахуй, конечно. Сука, только их раз. Блять. Ух ты, блять. Если на той вышке есть оружие,
это сюрприз. Нашел гранатомет! Да, сука. Ой, идите в зопу просто, в зопу идите-ка. Просто меня пиздят как нехуй этот. Зарядочка. Мне пизда сейчас. Пойдем. Идем, Джонни. Здесь мы закончили. Аккуратней! Нам пора, сержант. Спускайся по тросу. Я не могу. Меня не пускают. Им надо было, видимо, гранаты свои дать. Логика просто. Все твои наши. Есть. Рудольфо, возьми нашу тачку. Понял. Макерос, за мной, Руди, встречаемся у дома. Есть, полковник. Удачи. Капитан, за мной. Есть. Газ за руль. Есть. Гост, сон. Залезай. Газ. Шепард нас предал. Грейвза и теней послали убрать нас и поймать Лос Вакерус. Мы даже знаем, почему. Ласвелл покопалась в данных. И что же она накопала? Правду.